Преображение Господа или Вартовар – это событие, когда Иисус на горе Фавор преобразился перед своими учениками и засиял ярким светом. Апостолы видели славу Иисуса и слышали голос с небес, который говорил о том, что Он – возлюбленный Сын Божий. Это мощное подтверждение божественности Иисуса и подтверждение Его миссии. Преображение Господа призывает нас к изменению себя. Как апостолы были свидетелями славы Божией в Иисусе, так и мы должны претерпеть внутреннее изменение. Мы призваны отказаться от греха и эгоизма и стремиться к святости и любви. Преображение нашей жизни происходит через общение с Богом, через молитву и через изучение Слова Божьего. Преображение Бога призывает нас отражать Божью любовь в наших делах и поступках. Как апостолы свидетельствовали о славе Божией, так и мы должны свидетельствовать о Божьей любви и благодати. Преображение начинается с нашего принятия Христа и продолжается до конца нашей жизни. В этот день на празднике Преображения Господа у всех христиан будет прекрасная возможность прийти на праздничную литургию, приняв тело и кровь Иисуса Христа.